Сегодня у нас День города, и мы, команда ПНТВ, решили выяснить, как же празднуют николаевцы. Расскажи, пожалуйста, как тебе День города наш, что уже увидел, что интересного для себя отметил, может, на какой-то концерт сходил или какую-то знаменитость нашел у нас тут? Если честно, для меня этот День города – это просто открытие, потому что я такого не помню. Очень много активных всяких мероприятий, очень много детей задействовано. Это очень классно, это очень круто, потому что ну, дети все-таки это будущее. И, то есть, если пройти один квартал, то тут 5 секций. Очень все активно, очень все бурно, везде соревнования, везде общение. А пробовал с детьми там поиграть в баскетбол или футбол? Я просто хотел в баскетбол поиграть, мне сказали, что я сильно здоровый. Да нет, не пробовал, у них там своя атмосфера. Вот. Детская? Да, детская такая. Вот, скажи, пожалуйста, а что нам вот, тебе сколько лет? 25. Вот и мне 25 лет. Скажи, вот что нам, 25-летним, сегодня можно вот на дне города, как разгуляться, где что посмотреть? Есть точки, где объясняют архитектуру, кстати, там вот в начале советской, то есть можно узнать про город, куда лучше пойти, вот, ну, в принципе, да, сама атмосфера, она как бы, мне кажется, заряжает, то есть приятно, когда все выходят, даже пройтись просто... В любом случае увидишь что-то новое. Тут слышали о каких-то крутых мероприятиях? Мы не слышали. Скажите, пожалуйста, вот сегодня День города, все празднуют. Что успели посетить, что для молодежи нашли? Что вам было конкретно интересно? Может, купили что-то или посетили какой-то концерт очень интересный? Да, прошли уже практически все, посмотрели, но купить особо ничего не удалось. Ну, такое. При такой жизни нечего рассказывать. Кто из звезд приезжает в этот раз? Без понятия, серьезно. Мы не знаем. Ждем какого-то сюрприза. Ясно. Спасибо. Но я уверен, сюрприз будет. Спасибо вам. Всего доброго, да, давай пятерочку. Может, вечером на городской концерт сходить? Там вроде какие-то звезды будут в этот раз, не знаете? Да нет, по-моему, уже без звезд. Надо сэкономить деньги. Зачем вот это на развлекуху тратить? Лучше давайте пустим в народ все. Вот это туда надо. А так вот развлекуха, вот люди сами себя развлекают. Тут как бы мед, тут печенье, как бы все тут есть, да. В общем, я не люблю такие громкие праздники. В общем, буду дома сидеть. Пожелайте что-то николаевцам, поздравьте их как-то с Днем города. С Днем города, николаевцы, я вас очень люблю и люблю этот город. Ты поздравляй теперь. Ну, я желаю всем успехов и чтобы эта война закончилась наконец-то. Как тебе запомнился День города сегодняшний? Пока никак. Прошел все по советской, все, что запомнил, это куча людей. Все. Ясно. Меня заинтересовало. Планируешь ли ты вечером посетить городской концерт? Нет. Я понял. А почему? Бывал уже, неинтересно. И вообще не люблю большое скопление людей. Мне неинтересно, но чисто вот как... Ну вот смотри, мне 25, тебе 20, да? А что городские власти предлагают делать нам на День города? Вот что ты собираешься делать вечером, допустим? Я просто соберусь с друзьями. Что понравилось? Может, людей каких-то в необычных одеждах видели? Ну, вы видите меня, это не совсем естественно для обычного дня. Что я могу сказать? У меня завуч в школе так всегда ходила, поэтому я привык. Поздравляю вас, у вас была великолепная, неординарная завуч. Что я могу сказать? Я недавно была на Дне города в Одессе. И я могу сравнить. Это большой контраст между тем, что было в Одессе, и то, что есть сейчас у нас на Советской. Не важно, кто будет выступать. Главное, что это праздник, и чтобы всем было хорошо. Если бы был наш великий мэр Чайка, то День города был гораздо круче и лучше. Поэтому что немножко сейчас отрулили не в том плане. Я понял. Спасибо большое. Всего доброго. Меня, в общем-то, порадовало отсутствие приглашенных артистов, то есть все местные. Не порадовало то, что обустройства как такового праздника нет. То есть это минус нашим городским властям. Люди, конечно, радуются. Люди радуются, но
чего-то не хватает. Раньше было как-то все-таки поинтереснее. Я очень рад поздравить николаевцев в этот знаменательный день с днем 220, сколько там ему, 227-летием. Кел, что поразило твою 15-летнюю душу? Ну, не знаю, танцы поразили. А где видел танцы? Ну, скоро будет там. Что вечером планируете делать? Дома бухать. Я на сцене с ним буду выступать, брейк танцевать. Класс. А кто еще сегодня будет? Это на городском концерте, да? А кто еще будет выступать, не знаешь? Да, вот мой друг и напарник. Они со мной вместе будут тоже танцевать. Ясно. Расскажи, пожалуйста, как планируешь, вот, ну, выступишь, и как ты дальше планируешь праздновать День города? Ну как, пойти в бар, бокальчик пива выпить, ну все как я люблю. На городской концерт не пойдете? Я не пойду. Я приобрела книгу, которую я хотела в издательстве Ирины Гудым. Так что да, я проведу вечер дома. Ясно, понятно. Хорошо, поздравьте, пожалуйста, николаевцев с Днем города. Я хочу пожелать нашему городу мира, благополучия, всего самого наилучшего и светлого. И посетить хочу мероприятия всякие, которые проходят здесь. Мне очень интересно, чем живет наша молодежь. И подарить своей девушке цветы. Планируешь ли ты попасть на городской концерт? Конечно, конечно. А какие звезды сегодня будут? Я не знаю, я узнавал у всех, какие звезды будут, но я ничего так и не узнал. Но все равно, какие это наш праздник. Я звезды понял. Это мы на самом деле, мы же мы горожане. Да? Давай поздравим николаевцев с Днем города. Давай, 3-4. Николаев, поздравляем! Днем города! Раз, два, три. Как милиция реагирует на ружье в руках ребенка? На дробовик в руках ребенка. В принципе, как-то не очень. Ну так, проходит, просто посмотрели. Мимо, не обращает внимания особо. Иногда так подмигивают. Дробовик и дробовик. Дробовик и дробовик. На пульках. Ну, понятно, да. Поздравьте, давайте. Николаевцы с Днем города. Да. Николаевцы с Днем города. Людмила Бондаренко, мастер спорта. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Николаев. Happy birthday to you. Молодцы. Вся жизнь театр. И наш город – это большой театр, большая сцена, большой спектакль. И самое главное, чтобы николаевцам было мирное небо. Вот. И приходите к нам в театр, будем рады видеть. Глупость, она никогда не покидает человечество. В данном случае николаевцам тоже. Говори, с днем города Николаев. Ну, город Николаев с городом. Будьте все здоровы и счастливы. Всем здоровым, всем счастливым. И не болейте никогда. Не болейте никогда. Я Анюта, мне 4. Мне 4, я не болею.